Итак, друзья, всем привет, с вами Сергей, партнер Авто Краснодар. Я представляю видеофиксацию автомобиля на сегодняшний день, на 14 июня 2021 года. Автомобиль, который в продаже у нас находится, Sportage 2016 года выпуска. Вот как он выглядит со всех сторон. На данный момент, для того, чтобы вы могли определиться на расстоянии и принимать решение какое-то. Вот так выглядит автомобиль. В общем-то, состояние его совершенно без претензий. Вот так он смотрится. Замечательно смотрится. И для порядка сейчас мы приборчиком пробежимся и посмотрим по лакокрасочному покрытию. Он весь в заводском окрасе. Вот крыло заднее левое заводское. Дверь заводская. Заводская дверь. Заводское покрытие. Заводское. Оптика в идеале. Также бампер прекрасно выглядит. Эта фара тоже идеальная, отличная фара. Парктроники у нас здесь присутствуют впереди. То, что мы увидели. Крыло заводское. 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 Диск в отличном состоянии. Вот малозначительные есть какие-то притертости, мелочи жизни, да. И вот на переднем бампере тоже есть такая малозаметная, вот она, притертость, чуть-чуть она все-таки есть. Так, литье отличное, тормозные отличные, микробурт есть. Остальное лакокрасочное покрытие, ну, можно сказать, идеально. Сзади парктроники и крышка багажника заводская. Крыша тоже заводская. Так, состояние резины отличное. Резина отличная. Тоже вот мало заметная, есть на пластмассе, на пластике вот какая-то потертость, малозначительная, друзья. Так, в багажнике совершенно все четко, хорошо. Крышка изнутри тоже отличная. Дверная карта отличная, четкая. Здесь также все замечательно, друзья. Сиденья сзади, как в новом автомобиле, недостатков нет. Консоль центральная тоже целая, хорошая, ногами не пошаркана, ничего, все хорошо и замечательно. Крепление Isofix есть для детских кресел. Так, сидушка у нас, как она раскладывается, надо. Тяжело мне одной рукой это делать, но вот так она, эта спинка у нас складывается. Сейчас. Серый, хотел показать, как спинка складывается, ну-ка. Да. Для этого надо провести некие манипуляции. Держи. Чтобы сложить. Давай я нарисую. Ну, давай, давай, Серега. Смотри. Так, это Серега. Это опять Серега. Да. Он с нами. Мы с вами. Не отпускает нас никак. Вот так превращается. Ровный пол. Да, ровный пол отличный. Вот такой вот. Есть здесь. Только надо подголовничку. Ага, все, отлично. Ну-ка. А ну, смотри, положение еще можно ставить. Илюша. Вот, в нескольких положениях. Вот так, вот так. Так, это кто у нас тут? Илюша. А. Сережа. Сережа. Сережа идет уже.
Туча. Пошли. Розетка здесь у нас присутствует. В общем-то, идем дальше. Идем дальше. Здесь также прекрасное состояние. Дверная карта. Пороги. Все идеально. Не зацарапано, ничего. Отключается подушка безопасности передняя. Так, сиденье. Ну, четкое, вообще нету. Недостатков нету. Так, здесь также все прекрасно. Режим управления вождением. Подлокотник, бардачок, очень удобно, все хорошо. Подогрев руля, подогрев сидений, USB, AUX, также розетки две штучки. Ага, так, так, так. Стеклоподъемники, центральный замок. Лобовое стекло совершенно, совершенно, совершенно. Хотел сказать, совершенно идеально, и все-таки вот здесь вот маленькую нашел, маленькую трещинку, даже еле-еле заметная она. В остальном идеальное стекло. Так, и с этой стороны посмотрим тоже. Здесь все четко, хорошо. Дверная карта. Порог вот так выглядит. Сиденье также все отлично. Что-то запачкалось. Так все. Потолок, кстати. Потолок идеальный. Хороший потолок, состояние. Водительская дверная карта отлично выглядит тоже. Складывание зеркал здесь у нас, управление, настройка зеркал, центральный замок и все стеклоподъемники, водительская, автоматическая. Так, это лифт сиденья у нас, это подкачка поддержки боковой. Так, ручник здесь, фары. Это что, в салоне свет или что? А, подсветка спидометра. Состояние сиденья водительского хорошее очень состояние. Не затертое, не рваное, ничего. Все идеально. Руль также в прекрасном состоянии. Кожа. Оригинальная кожа в прекрасном состоянии. 114 108 километров пробег у автомобиля. Ну и под капотом для порядка мы тоже посмотрим все сейчас. Так, литье, кстати, по этой, по левой стороне. Отличный диск. Но это тоже идеальный диск. Не зацарапанный и ничего. Все показываю досконально, друзья, для того, чтобы вы могли увидеть до мелочей. Ну, я не знаю, вот какая-то есть. Она даже, я ее не заметил с первого взгляда. Вот. На пластмассе. Мелочь. Машина очень хорошая на ходу. Мы ее проверяли, эксплуатировали. Так, смотрите, заводские, заводские. Также все четко, здесь все четко, все сухо, все отлично. Прям все шикарно, я вам скажу, друзья. Недостатков нет. В общем-то, друзья, кого заинтересовал автомобиль, пожалуйста, обращайтесь. Машина в продаже. Пока висит объявление о продаже этого автомобиля. Всем удачи.